Оксана Дробина – профессиональный фитнес-тренер. Она не понаслышке знает, как необходимо в ее родном микрорайоне новые спортивные объекты. Вместе с другими жителями с нетерпением ждет открытие нового стадиона у Веденской школы номер 3. Заниматься на нем смогут не только ученики, но и все желающие. Хочется создать здесь какой-то небольшой проект по физической активности взрослых мам. Очень много молодых мам на районе. То есть первоклашки – это чудесно. Но мы же не должны забывать и про нас, мамочек, и должны двигаться за нашими детками точно так же. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил ход работ на объекте. Здесь уже выполнено основание будущего футбольного поля, приступают к асфальтированию беговых дорожек, устанавливают освещение. На месте обсудили некоторые строительные моменты. Я решетка, которая по вдоль берега рек. Расстояние маленькое. Перепад, смотрите, это большой, вертикальный получился, расстояние маленькое. Ну, либо действительно какую-то площадочку, потому что найдем, что размещать. Бетоном отлить, она же будет и стенки подобрать, и какой-то функционал добавить. Уже в конце лета здесь появится поле для мини-футбола с искусственным газоном, а также площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики, воркаут-зона, прыжковая яма и трибуны для зрителей. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».